главную городскую елку собрались около 1000 детей. Они целый год усердно учились, показывали хорошие результаты на соревнованиях и олимпиадах различного уровня. Особо отметили ребят, которые в год театра стали победителями городских творческих конкурсов. Все они получили подарки от главы города. Я абсолютно всем юным жителям я хочу сказать, чтобы они никогда не боялись мечтать и фантазировать, чтобы они были счастливы, чтобы они были здоровы, чтобы они были окружены добротой, любовью, улыбками. Подарки для детей подготовили городские депутаты. Пусть 2020 год придет в каждую семью и принесет счастье, принесет благополучие, принесет спокойствие. Пусть наша Самарская земля в 2020 году будет плодородной, а наши тела будут плодотворными. Главным подарком детям и их родителям стал большой концерт. Для гостей праздника выступили лучшие творческие коллективы города. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События.